Что нужно показывать детям? Нужно показывать, как делать что-то, вместо того, чтобы это запрещать. Показывайте, как свистеть в травинке, в листочке и так далее, что вы в детстве делали. Показывайте, как, ну, например, тасовать карты, делать веер, домик из карт, как резать еду, как складывать белье, как искать информацию, когда вы не знаете какого-то ответа, как вы привязаны к вашему супругу или супруге. Показывайте, что вы заботитесь о себе прежде всего, да? Ухаживайте за собой, и это очень важно и для вас, и для ребенка. Показывайте свою заботу о своем супруге, свою любовь, обнимашки, целовашки, вот это все нужно показывать, как вы целуетесь, родители, да, между собой, как вы обнимаетесь. И не нужно этого никогда стесняться, потому что здесь очень серьезные установки стоят в этом плане, да, у взрослых. Они боятся при детях обняться, поцеловаться и так далее. Наоборот, это нужно делать, это необходимо делать. Показывайте, как вы играете, как вы юморите, как вы бегаете с супругом друг за дружкой. Показывайте старые фотографии ваших родителей. Показывайте все, что угодно. Поверьте, это всегда будет интересно вашим детям.